Хамес, Родригес. Бензема. Подача, там есть Криштиан. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Как сегодня Рональду себя проявит, Константин? Но обычно он очень здорово управляется с мячом и может один раскатать всю оборону соперника. Думаю, несколько таких проходов мы сегодня должны увидеть. Карвака. Бензема. Пепе разряжает обстановку. Мяч за пределами поля, угловой. Криштиану Роналду. Он с мячом и продолжает накрутить. Бензема. И это момент. Гол! Гол! Нет гола. Положение вне игры. Тут может что-то получиться. Опасно как. И это просто ошибка. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне сложил, а? Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Вот. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. На пару решили разыграть эту комбинацию. Игроки мадридского Реала введут мяч в игру. Карим Бензема. Душ Сантуш Авейру. Бензема. Удается ему остаться с мячом, несмотря на прессинг. Криштиану Роналду. А это Серхио Рамос разряжает ситуацию. Немного поторопился он вне игры. Тут просто подарили мяч сопернику. Серхио Рамос. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Никаких шансов не оставляет нападающему поднятый флажок бокового арбитра. Поторопился форвард и оказался в положении вне игры. Хамес Родригес. В его сторону идет пас. Хесе. Карим Бензема. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Душ Сантуш Авейру. Карим Бензема. Аларкон Суарес. Модрич. Защитника просто не заметил. Прекрасный навес. И пошла передача. Разбирается оборона с этой подачей. Душ Сантуш Авейру. Криштиану Роналду самый яркий пример того, какие чудеса происходят, если талант умножить на трудолюбие. Из паренька с хорошим дриблингом и ясной головой, каких много, он за несколько лет превратился в футболиста почти без слабых мест. Звезду мирового уровня. Марсело. Криштиану Роналду.
Реал Мадрид будет вбрасывать из-за боковой. Хесе. Роналду получает мяч. Дош Санто Шавейру. И пробил. Вратарь без проблем справляется с этим мячом. Иско. Отличный навес. Какой шанс. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли забьют. Криштиану Роналду. Реал начинает опасную атаку. Отличный кросс. Опасная подача была, но оборона справляется. Попытка обострить игру. Очень здорово сыграно. Хамес Родригес. Иско. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Я назначаю штрафной. А ведь были хорошие шансы разыграть этого комбината. Нас ждет второй тайм на Сантьяго Бернабеу. Игрок Реала нарушает правила. Модрич. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Хамес Родригес. В штрафной Реала толкаются игроки, как всегда, при подаче угловых. Родригес. А ведь мог сейчас сравнять счет. Даже не мог, а обязан был это сделать. Момент-то был очень хороший. Аларкон Суарес. Теперь мячом владеет Реал. Бензема. Опасно. Штанга. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Константин, что скажешь об игре Иску? Как он тебе сидит? Так, ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Криштиану Роналду сталкивается с активным сопротивлением. Дош Санто Шавейру! Вратарь! Вот это сейв! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Бьет он по воротам! Бывает, что мяч вот так подскакивает, но надо быть к этому готовым. Откровенно не получился удар. Просто не получился. Иско. Мне показывают, что будет угловой. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Хесе. Ударище просто. Вратарь намертво забирает мяч. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Модрич. Аларкон Суарес. Реал снова с мячом.
Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Криштиану Роналду с мячом идет вперед. И как опасно пробил. Вступает в игру вратарь, все под контролем. Из боковой линии мяч ведут футболисты мадридского Реала. Марсел. Хамес Родригес. Роналду бьет. Какая реакция, какой прыжок. Класс. Ну, вратарь сегодня играет просто феноменально. Спасает раз за разом. Передача где-то там есть. Хамес Родригес. Свисток судьи, и соперники мадридского Реала исполнят стандарт. Игрок получает предупреждение. Заметьте, он даже не спорит с арбитром. Реал Мадрид будет сбрасывать из-за боковой. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Опять мяч за пределами поля. Гаррет Бейл. Тони Кросс. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Хамес Родригес. Гаррет Бейл. Родригес. Потеря. Все, в оборону. Главное, без нарушений. Реал Мадрид ведет, но преимущество довольно скользкое. Трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. И это просто шедевр! Что ж, опять пропускают и теряют такое важное преимущество в финале Кубка. Давайте, ребята, надо собраться. С таким успехом и до поражения недалеко. Новый человек на поле наглядно демонстрирует, что появился он на поле не просто... 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Команда ведет в счете, и, похоже, титул достается именно им. Хотя перевес в один гол, это, знаешь ли, перевес очень зыбкий. В последнюю минуту все, что угодно может случиться. Серхио Рамос. Карим Бензема. Тони Кросс. Родригес. Бензема. Тони Кросс. Хамес Родригес. Криштиану Роналду. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты.